Народная инвентаризация. Акция под таким названием идет по всей стране, в том числе и в Чувашии. Специалисты по имуществу ищут заброшенные объекты разного предназначения, выявляют собственников или отсутствие таковых. Ведь пустующие здания – это прежде всего недоначисленные в республиканский бюджет налоги. Одним из первых проверки подвергся Новочебоксарск. Заброшенная торговая база, замороженный строительный объект и бывшая трансформаторная будка. В ходе рейда по городу-спутнику были выявлены три пустующих объекта. Их судьбу будут решать позже на совместной коллегии профильного министерства, управления Росреестра и налоговой службы. Либо их сносить, либо их облагораживать, либо их вовлекать в оборот. Вот эта акция, она как раз направлена на конкретные результаты по судьбе именно объектов недвижимости. У нас сформированы рабочие группы с участием и управления Росреестра, и представителей налоговой службы, Минюста, Чувашии, других органов, которые дают рекомендации, как правильно поступить с тем или иным объектом с учетом действующего законодательства. Акция «Народная инвентаризация» проводится в рамках реализации послания главы Чувашии Госсовету Республики. До конца года органы местного самоуправления должны вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые, но годные к эксплуатации объекты, получить за управление имуществом деньги, а ветхие привести в порядок или снести. Инвентаризация называется народной, поэтому специалисты очень рассчитывают на помощь населения. Ведь люди в городах и районах лучше осведомлены о наличии заброшенных объектов недвижимости на их территориях. Напомним, что в 2014-2015 годах такая акция в Чувашии уже проводилась. Она касалась неиспользуемых земельных участков. Тогда было выявлено более 2000 неиспользуемых участков земли общей площадью 832 гектара.